Настроение коронавирусное, господи, ребят, как на улице хорошо. Я вчера вообще никуда не выходила, и у меня реально плавится мозг от нехватки кислорода. Сейчас прям жить захотелось. Еще я жду, когда мой отец вернется с дачи, чтобы висеть у него, потому что он живет в частном секторе, и можно сидеть типа в беседке, чаи гонять, понимаешь, и дышать воздухом, а не вот это вот все. Еще я не понимаю, почему людям не сидится дома, потому что на моем районе всегда много людей. Я вышла на улицу, потому что у меня закончились сигареты. А чего они сидят, отдыхают, я не знаю, пиво на лавочках, я вообще понять не могу. Ну типа, ребят, сидите дома. Вот, пожалуйста, ребяточки сидят, ну чисто вышли шашлычки пожарить, пивко попить. Ну вообще здравые люди. Ребят, ну пожалуйста, не делайте так. С вами Лизочка Доронько и... Я сейчас вам расскажу ПП-рецепт домашних Рафаэлло, которые делаются просто на изах. Сейчас Лидик рассказывает, как делать конфеты. Берем творожок, вываливаем его вот сюда. Мама чай. Ребят, если у меня конфеты не получится, ну, виноваты будете вы. Как бы, извините. Мы на пробу сделаем пару штучек. Так. Не надо мне тут тухнуть. Короче, открываем эту чепуху. Вываливаем кокосовую стружку в творожочек. Хотя можно чуть побольше дырку. Ребят, извините, я не хочу ничего монтировать, я хочу снимать все в лайв. В смысле неправильно. Ребят, главное использовать последовательность. Сначала нужно слепить шарик. Блядь, творог мокрый какой-то. Сначала нужно слепить шарик, который не лепится немножечко. Мама, а что не лепится творог? Потому что туда надо яйцо добавить. Не надо сюда ничего добавить. Чтобы он не пился. Не надо ничего такого делать. Короче, ребят, этот творог не подходит. Блять, кулинарный блог. Ребят, все, давайте созвонимся, короче. Ребяточки, вы мне дали очень много советов по поводу приготовления этих ПП-конфет. Вот, я решила, что я не ПП-блогер и не кулинарный блогер, поэтому давайте лучше без этого.